Привет, на канале Супер София! Сегодня будем собирать супер кухню. И поможет мне в этом мой классный папа! Сегодня мы собираем голодную кухню для девочек. Я всю жизнь о ней мечтала. А сегодня у нас будет такая желто-голубо-розовая кухня. Пастельных тонах. Смотри, у меня здесь тоже есть желтенькая и там есть. Да, София, как обычно, в цвет игрушки одевается. Падает коробка! Телефон? Алло, алло, холодильник. Мне, пожалуйста, сэндвич с курицей. А это, чтобы вытирать вот курицу от кухни. Нет, это если горячее, что нужно взять. И вот этим, вот этой штучкой, да, берешь, чтобы ручку не обжечь. О, смотри, какой крантик. Как настоящий. Нужен нож. Мы будем на моей кухне новой, будем готовить всякие сладости. Мороженое, пирожное. Я маляшечка. Так? Да, помощница. Все? А это будут такие плиточки у нас, да, конфорочки? София, смотри, там уже тебе плиточки папа смонтировал. Да? Да. Я думаю, будет можно свой. Будет на одной супчик готовить, на другой компот варить, на третьей кашу, да? А на четвертой поджарочку делать, да? И пельмешки варить. И пельмешки. Папе, сваришь пельмешков? Это я сварю, потому что я сейчас даю Тасе моей за полотенце и пол помою. Еще лучше доширак надо попить сделать. Да. Пока папа тут собирает Софию новую кухню. У Софии обкакалась Тася, и ей нужно помыть попу. Вот она там занимается хозяйственными делами другими. Швану сколько хочешь. Теперь папа делает крутики, которые можно печку выключать и включать. Я буду готовить и буду пользоваться ими постоянно. Вот тут сколько режимов. Тут у нас получается 4 конфорки, одна духовка, да? И каждому прибору, да, есть у нас ручки, которые регулируют его работу. Космическая кухня. И вот такая кружечка у Таси. И вот такой чайник. Да. София, у нас папа, оказывается, музыкант. Папа у вас, оказывается, сборщик мебели. Да, это тоже. Вот примерно таких размеров будет наша кухня. Я уже вижу основные ее габариты. И ребенок один. Да, ребенок. Она, кстати, небольшая эта кухня получается. Да? Да, 34 килограмма там. Ну, довольно по весу большая, а по габаритам не очень большая. Болтики все, шляпки покрашены в цвет, чтобы не было видно. София, расскажи про картину, которая будет у нас висеть на твоей классной кухне. Вот эти фотки, это когда я была маленькая. Так, а мне нужна будет, София, твоя помощь. София, папе нужна твоя помощь, иди помогай. Дай вон тех два болтика. Вот этих? Да, большие. Большие? Целых две штуки надо. Две штуки? Спасибо. А как я выйду? А вот. Папа тебя там захватил. Мы скоро тебя в холодильнике закроем. Ага, нет. Да. Там продукты будут. Как продукты? Продукты папа съест. А ты что меня закрываешь? Ну, потому что ты мелкая, в холодильник лезешь. Ага, нет. Ага, да. Продукты. А я там замерзну. Что тебе?
А я приду, тебя поцелую и согрею. Ага, нет. Волшебный поцелуй, папа. Нет. Значит, мама приедет. Нет. А мы тебя в микроволновке погреем. Ага, нет. Там же еще микроволновка есть. Там очень жарко. Кто тебе сказал? Не я может там, быть. Я там не поместишь вообще. А это фотографии наши семейные. Наша семейная жизнь за 3 года, да? Начало-то без Софийки, а вон потом свадьба, потом вон Софийка в животике, Софийка только-только родилась. Вот Софийку из роддома, когда выписывают. И вот жизнь Софийки до годика, каждый месяц ее фотографировали. Здесь еще вон купается Софийка с котом, с папой, с мамой, в кроватке, на море. Все отлично, но мы будем работать дальше. Нам нужна запчасть 6. Шапочка пришла на кухонными принадлежностями поиграться. Не, это площадка, детка. А. Смотрите, это детская площадка у Супер Софи. А вот это взрослая площадка папина. Папа, позвони кому-то. Кто там? Алло, кто там? Никого. София, смотри. Почти готова твоя кухня? Да. И что там сколько деталей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 15. 15 деталей. Дверца от духового шкафа. Да. Ставится отсюда. А, как мило. И какая матрасика. Очень страшно. Это у нее кофточка. Ведь здесь нету дырочек. И вот здесь нету дырочек. Это чтобы укачивать ее. Чудесные цвета. А это у нас шкафчик. Там рисуночки даже есть. Какие-то мыльные пузырики. Это вообще будет стирание. Это посудомоечная машина, скорее да. всего, там. Что? Ты его с той стороны в дырочку засунула? А что? С той стороны вон там. Вот тут вот. Дырочку да? надо засунуть. Вот это? Да. Вот София крутит. Ой, я сама заберу свою кухню. Ой, как раз, я вот такая. Да, кухня под я твой рост. Почему дырки? Да чтобы дышала кухня. Да она вообще-то она живая. Да ты что? Это уже тоже можно. Это живая кухня, и поэтому ей сделать дырочки. Чтобы сережки доставлять. Она же настоящая, она ходит вот так. А, страшно, как в мультике «Красавица и чудовище». Нет, ну да. Там у них все предметы мебели, да, и вообще все ходило и жило. Вообще у меня все, что есть, то оно живое. Папа делает кран. Там вода будет, и ее нужно будет пить. Нельзя воду из-под крана пить? Можно. Нашу нельзя. Папа, спасибо, я тебя так люблю, что ты сделал эту кухню. Это будет микроволновочка? Да. Угу. Я хочу себе такую кухню. Софийка, иди здесь, с этой стороны подержи. Софийка, папе помогай. Можешь не держать. Опа.
папе супер крутилка. Это самая няшная кухня на свете. Да, ты хочешь себе такую? Очень. Она просто мега-мега супер няшная, кавайная, мимишная. Короче, сплошная милота. И это делаем номер 12. А я выше стала. Да, ты такая высокая, как папа почти. Нет, я думаю, только папа все равно выше. Вторая мимишная дверца, София. Мимишная дверца? Мимишная. Мам, ты все ходишь? Хочу. Играйся с ней. Можешь, ты мне дашь поиграться с кухней? Да. Ой, спасибо, дочь. А мне? Тебе не дам. Ну, туда сама собираешься. Потому что ты уже взрослый и большой. Не поместишь шар сюда. А мама и девочка, и все. Давай последние штрихи. Вешаем телефончик. Открываем. Берем раковинку. Ура, я правильно. София, смотри, какую кухню собрал тебе папа. Да, даже здесь телефон висит. Бабушка, спасибо тебе большое. Она такая красивая, что аж мама захотела. У нас остались еще 3 предмета, которые София сделает сама. Ты можешь повесить тряпочку. Тряпочку. Лопатку. Поварёшку. Это не поварёшка, это ложка. Ложка-поварёшка. Для настоящей хозяюшки у меня там подарочек. А, тряпочка! Это не тряпочка, это настоящий фартук хозяюшки. Во! Поворачивайся, я тебя застегну. Фартук с собачкой. А то уже одежду исчумазила, а так не исчумазишь. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчик вверх и подпишитесь на наш канал 100%. Всем пока! А мы сейчас будем с папочкой готовить конфеты! В следующем видео я вам покажу все мои продукты, и мы будем в этом готовить видео настоящие конфеты.